Всем привет! С вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить игру под названием Evil Within, вторую часть. Мы где-то возле финала на самом деле, и я даже вот не знаю, там, блин, а ну чё, 45 у меня деталей. А я, наверное, пытаюсь какой-то там дробовик до максимума лучше, да? А мне на него не хватает, блин, да вообще всего ничего не хватает. А, подожди, снайпа. 960, точно. Либо то, либо другое. Слушайте, ну, учитывая, что мы к финалу приближаемся, я до этого, наверное, снайпу пытался прокачать. Но. Здорово, Андреш. 22 месяца, блин, мощь. Сюда. Подожди, а у тебя получается подписываться? Вы что-то в прошлый раз с Андреем, типа, не могли решить как, да? Здорово, здорово. Че, как? Ушел в прошлый раз со стрима, блин. Так, его был, так, гарпун я немного прокачал, взрывной тоже немного прокачал, а остальные, типа, очень плохо. Автомат я вообще не планирую качать. Так что, наверное, да, дробовик там прокачаем. Я, кстати, по поводу прицеливания. Блин, надо будет отсюда выйти. Так, что у нас? Что-то... 75 тысяч я точно накоплю. Давайте прокачаем всякую другую дичь. Спокойнее, детектив. Чем я могу помочь? Да вчера дела появились, а где Dark Souls? На прошлой неделе не было Evil Within. Я вот на самом деле и не помню, что там. Ну, вроде посредственно было. Но у меня... Смотри, у меня есть синглы игры, которые я, типа, чередую. То есть, одна, потом вторая, потом первая снова, потом вторая. Вот, и как-то так. И получается, там просто наступило время. У меня нет этих ключей. У меня нет ключей. А как назад? А могли бы ключи, да? Такс. Ну да, короче, вот такая вот система. А, у меня три. Три, да, затрата один. Это что? Стойкость. Повышает болевой порог, позволяет остаться в живых. Да. Звучит хорошо. Двенашка. Так, ну давайте посмотрим, что там еще в бой. А, подожди, концентрация 75 нужно было. Вот это еще. Охренеть, блин. Ну, ближний бой, я не знаю, на самом деле, не особо. Скрытность я все прокачал быстро, быстрее двигаться, вообще не вижу смысла. Здоровье становится быстрее от близкого к смерти. И там всякие хилки, да? Либо здоровье больше. Либо от быстрого смерти, либо атлетизм, это, короче, типа... Максимальный показатель выносливости, да блин, хрен его знает. Что думаешь лучше? Короче, ХП на 25% повысить. Сделать так, чтобы у нас, типа, на 50, не, подожди, получается на четверть быстрее будет, да? Ну, на 50%, просто сложно сказать, потому что сейчас, по идее, 100% это 150. Ну, короче, типа, быстрее, типа, да, вот этой полосочки будет. Да, лечусь, ну, что-то сегодня, кстати, нормально, типа, можно сказать, все. Почти выздоровел. Если завтра будет еще лучше, то все, значит, можно больничные закрывать. То есть у меня только кашель остался, я вот там лекарства от него пью. Вот, заливание. И, подожди, как его там? А, этанола. Заливание этанола в горло, типа, помогает. Так. Либо выносливость, кстати. Выносливость тоже норм. Использовать. Лучше ХП увеличить. Давай. 4000 мозика осталось. Ну ладно, у нас максимальное ХП. В общем, типа, прокачались. Надо будет кучу всего сварить. Так, подожди. А чё там в ящиках? Я вообще все позабирал. Блин, посмотрел, встречи, ну, детектив. Когда я в бреду валяюсь от температуры, мне почему-то нравится смотреть там какие-нибудь стримы по хоррорам и так далее, потому что, ну, я знаю, что там относительно происходит. Вот, я Alien Isolation посмотрел и начал, короче, Evil Within смотреть первый. Блин, ну, он реально прикольный выглядит, конечно, там всякие графические стили специфичные, она немного, короче, кажется староватой, но вот реально. То есть, не скажешь, что она в том году вышла, в котором она вышла. Но по стилю очень прикольно. Вот, и там этот... В самом начале я вот просто, когда сам проходил, ты на это не обращаешь внимания. Там Кидман так сильно палится в плане того, что она понимает, что происходит.
И я, если честно, пока что сюжет не понял. Я пытался вспомнить, потому что, по моим ощущениям было, то есть Себастьян, ну, вот со своей бригадой, они приезжают в больницу, видят на записи Рувика, а потом с ними что-то происходит. Вот. И я думал, что их как раз, типа, уцепили и в стэм поместили. А на деле оказалось, что они туда ехали, они уже, типа, в стэме были. Я такой, да? Зачем их туда поместили? Ну, я вот, если честно, вообще не понимаю, нахрена каких-то левых полицейских туда отправлять? Логика, блин, шикарная. Шприцы. А, ну у меня только хилки тут остались, понятно. Если больше 5 дней болеешь, там уже оформляешь больничный. 5 дней в год, если стаж болит 3 лет, то 15 дней. Так что. У нас на работе есть тема больничный без больничного. Типа, просто пишешь руководителю, что приболел, остаешься дома. Не оплачиваются 5 дней в год, если стаж... А, ну да, у нас тоже есть. Это, ну, это во всем мире, если что, так. Ну, по крайней мере, по поводу этих 5 дней. Это называется sick day, и это нормальная тема, особенно в Чехии. Ну, короче, если у тебя похмелье просто, ты такой, типа, я беру sick day, вот, и, ну, валяешься дома. Есть такая практика, и она, в принципе, нормальная. В России, по-моему, редко ей пользуются, так что то, что у вас используют, это международная тема. Ну, это не международное право, но как бы вот работодатели таким пользуются. Так, ладно, давайте, там нам просто на финал надо идти, а потом надо типа максимально... Блин, я надеюсь, что типа я еще смогу сюда попасть, потому что, типа, если не смогу, то надо бы детальки потратить. Но мне там немножко осталось. Я хотел посмотреть, знаете, что? Блин, целиться отсюда нужно. Вот, я хотел посмотреть, как выглядит другой прицел, потому что мне что-то захотелось с револьвером побегать. А теперь надо управление вспомнить. Как оно работает? Так, сменить тип. У меня тут, блин, пистолетов. В смысле? Сменить тип. А, да. Блин, ну лазерный прицел выглядит как... Ладно, давайте пока что так попробуем. Так, это получается нам так надо сделать, и тебя на яичко поставлю. А, у меня еще и огнемет там срата есть. А, давайте еще автомат на шестерку поставим. Вообще не планирую пользоваться. Скорее всего, патроны будут люто улетать. И не хреново там качать. Так, ну чё там, тебе надо? Ты там должна что-то деактивировать, активировать. Ты готов, Себастьян? Ой, блин, прошу прощения. Да, погнали. Во всем. Вот такая удобная штука, даже какие-то дела... Да, тоже возможно. Не, ну для этого есть еще Family Day. Family Day 5 это... Ну, на самом деле, это, по-моему, тема в Чехию из Германии пришла, по той причине, что там, короче... Выходные ж ни хрена не работает. Вот. А у тебя, то есть, получается, а тебе, допустим, там с семьей надо съездить, там вещи купить. Еще что-нибудь. А торговые центры закрыты. А что делать? Вот. И получается, ты вот такой вот день берешь и за целый день в торговый центр, короче, покупать вещи. Ладно, Хоффман, давай начнем. С автомата одиночный. Хорошо. Да хрен его знает. Иди первый. Маловероятно. Блин, в первом Зине Магнум есть. И даже в резидентах Магнум есть. Ну, то есть, типа, мощный пистолет, а тут нету. Что-то печально. Зато какой-то срота автомат дали. Ну, не знаю, в подобных играх автомат. Я буду нести его и управлять им. Блин, ты он серьезно? Защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали. То есть, она как с крестом, короче, идет такая. Ну, тут религиозная тема такая там продвигается. Ой, блин, сейчас страдать будем. Блин, у тебя еще и хп есть. Давай, охренели. Просто следи за тварями и иди за мной. Я знаю, куда идти. А у меня патронов почти нет. О. Хорошо. Разберусь. Все. Же, а немного ли... А, ну, кстати, у меня максимальный урон прокачан. Блин, да хотя бы, блин, по 6 сотен, блин, дают.
ручки. Еще один. Берегись, Хоффман. Это ты меня береги. Где? Прекрасно. Они повсюду. А кто повсюду-то? Кого ты там видишь? А? Шик, спокойся. Что-то страшное, Аня. Блин, что-то... А! Да ты серьезно? Далеко еще? Кажется, что еще идти, идти. Он не хочет нас пропускать. Тварь с мигающей штукой. Какая еще тварь с мигающей штукой? Сейчас окажется то, что мы там сможем. Ну, мне очень печалит, что тут за боссов вообще не давали мозик. А в первой части реально был мозик у них. Чё, нормально, а патроны для дробовика дали. У меня, конечно, пистолет что-то не бой стал. После полной прокачки. Вообще ни хрена не вижу. Починить можешь? Прикрой меня! А меня кто прикрывает? Лежу. Все нормально, пошли. Пронесло. Я же говорил, он может спрыгнуть. Кто? О, здорово, Жега. Как дела? О, порох. А, блин, тут же еще крафт, блин, да. Всякая дрянь. Чего? Давай. Открывай ты. Жалеешь, что пошла? Это мой шанс искупить вину перед Лили и всеми, кого я помогла втянуть в STEM. Так что нет, не жалею. Андрюш, это ж ты едешь. Че, рассказывайте, как у вас там дела? Че нового? Как погода? У нас вроде тепло стало, но учитывая, как я переносил холод, то для меня даже плюс 10, короче, было капец как холодно. О, сейф, блин, просто рвет. Слушай, может? Может у этого пистолета повышен урон сам по себе? Потому что его было сложно добыть. А? Или может у них просто хп мало? А ты серьезно? Вообще в него не целится. Так. Черт. Так управление работает. Кожу жжет. Надо как-то прорваться. Забирай. Снова оскорбляет. В смысле, кого я дал оскорбляю? Еще, блин. Я наоборот, Андреш, ты мне помогаешь. Вот, короче, типа, хвалю его за то, что он мне помогает. А он такой, типа... Что происходит? Да опять дури! Погоди! Да ты издеваешься? Мужики, спокойно. О, аккумулятор, здорово. Обнимаем, обнимаем. Крепко обнимаем, чтобы кости захрустили. Получилось. Ой, блядь. Аж ролик. Надо уходить. И чё вы врёте? Возьми нормальный пистолет. У вас шо ты? Почти у цели. Мне кажется, она, короче, не дойдет до конца. Сгорит сейчас.
Капец. Прости. Чем я откинул? Не знаю, жаром может быть. Он еще заплатит. Слушай, давай начнем с того, что мы не в реальном мире. Так что, типа, прикол в этом может быть. И в конце концов, остался только я один. Но меня он не остановит. А, блин, у меня для автомата там еще 30 патронов. Блин, тут... Знаете, чем это Диабло на самом деле напоминает? О, блин, была прикольная игра, короче, Hellgate's London. Это что-то типа Диаблоида, только... Ну там, типа, от первого или от третьего лица, там, потому что ближний и дальний бой был реализован. В принципе, идея была прикольная, там, короче, люди смогли выжить в метро этого Лондона, там по станциям ты путешествовал, а на мир напали демоны, там, короче, очень прикольно было по достопримечательностям ходить, там, демонов убивать, еще очень прикольно. И там еще такое совмещение, типа, там, рыцарей с каким-то киберпанком. Блин, ну очень прикольно. Жаль, я, типа, никакого развития не получила. Она в какой-то момент скучной становилась. Блин, что-то какое-то необычное место, блин. Что это у вас тут такого? Блин, мне кажется, пока буду вспоминать, что тут, да как... О, все, можем прокачать дробаш на финальный урон. Он тоже будет как пистолет у всех. Не, ну, кстати, пистолет, который, типа, с лазерной указкой, он более прикольно работает. Типа, опять же, как в четвертом Резиденте и в этом. Скажите, я скажу. В Dead Space. Ну, там почти все оружие и... По крайней мере, в первой части наводился только при помощи прицеливания. Ну, там вот лазерная указка шла. Во второй части можно было менять. Но на самом деле было очень прикольно. Блин, такое большое помещение. Кажется, как будто что-то должно быть. А на деле нифига. Так, ну, все еще детальки накидывают. Значит, где-то все-таки можно будет что-то замутить. Сейчас тут такой метеорит, короче, пробивает. И в подземку уходит. И начинается третий реал. Такс. Это место. Union таит невероятные возможности. А Мёбиус их пускает. Они так и не сумели осознать, что на самом деле они создали. Только представьте, целый мир новообращенных людей с переписанной, перекроенной памятью, подключенных к центральному сознанию, ядру. И мои приказы, отданные со скоростью мысли, выполняемые безоговорочно. Я мог бы построить религиозную утопию за несколько дней, а не месяцев. Кстати, вот интересный момент. В первой части от Рубика нельзя было избавиться, потому что у него тела не было. То есть, по факту, он тебя в стем засунул. И так как в стеме лучше него никто не разбирался, поэтому, типа, никто так не понял, где он там находился. Вот. А, типа, все антагонисты этой части, по идее, они сидят в ванне в реальном мире. Как матрицы, подключенные, типа, какой-то хренью к себе в затылок. Так как Себастьян уже узнал всех их. Ну, узнал, что вот этот вот Теодор, или как его там, он является, ну, как бы, плохим парнем. Который бешается. А чё нельзя, типа, через Кидман передать, чтобы его просто обрубили они? Типа, это не поможет, не? Так не проще? Ладно бы, если до финального момента не было бы известно, кто враг. Да, но теперь все по-другому. Ты от меня не уйдешь. Хорошо. Блин, чё с тут так? Чуть странно.
О. Как у вас тут все интересно? Пистолетные патроны. О, пацану. Штурмовая топка. Так, ну, блин, а я какие-то подсумки все-таки не находил. Наверное, несколько снайперских патронов есть смысл делать. Так, давайте для дробовика улучшение сделаем. Вот, финальное улучшение урона для дробовика. Пока что со скорострельностью... Ну вот, скорострельность не шибко в этой игре, мне кажется, нужна. Наоборот, надо каждый патрон выцеливать и стрелять. Емкость магазина, в принципе, полезна, может быть, время перезарядки. Но обычно ты там начинаешь кружить, перезаряжаешься. Ну, короче, не видел с этим проблем. Сотка. Пока не буду. Каков шанс, что я накоплю, короче, еще? Наверное, какой-то есть. Так, подожди, создать. Да, гарпунные не можем. Так, всякие болты пока что не трогаем. Горючка для огнемета, понятно. А что там получается? Ты за каждую единицу два берешь? Хрена себе. Давай опять для снайперки. Не видели пистолет. Давайте пока оставим. Ты пришел ко мне. Ко мне. А что там с другой стороны, это подъем? О, май гад. Ну, по-моему, босс-файт у нас готовят, я не знаю. Очень похоже. Ба. Ну ладно. Пока что вроде не надо. В случае чего загрузимся, если проблемы с патронами будут. Ну, так я там вещи подготовил. Так, да, давай взрывной, короче, подготовь. Угу. Wave. Блин, мне кажется, я столько статуэточек, короче, в игре пропустил, что аж этот... О, жаба немножко душит. Вот так, hell. Тебе не добраться. Как и в тот раз, когда ты не смог ее спасти. Ну уж нет, ты меня не сломаешь. А, ну, Себастьян избавился аж от двух чувств вины, ну, типа, одного чувства вины и одного, то, что его, типа, этот, в маяке преследовал. Ну, этот, ПТСР из маяка, во, как-то так. Кстати, я так и не понял, по какой причине там вот эта вот дамочка была, которая нас преследовала. Кто вообще такая? Полезли. Протосы. О, блин, там еще и огнеметчик ходит. Ёба. Да ну его нахрен. Присутствие здесь огнеметчика — это проблема.
Блин, самая проблема то, что типа это единственный фраг, который, по-моему, со спины вообще никак не зайти. А чё там издалека не работает? А чё надо дожимать, я не помню. Не F разве? Может пробел? С этим чё там? Слушай, по-моему, там красная стрелочка появляется, надо нажимать на этот пробел. Гарпунный болт. С другой стороны, снайпа, дробовик, все прокачано, можно навалять. Чтобы парень не мешался. Ну, снайпа не полностью прокачан. Тебе показалось. Перестань скрыть! Перестань скрыть! Че так долго-то, а? Ты все забыл про меня, что? А ё! А? Возможно, что всякие крио-темы неплохо так работают на пиромантов этих. Ну, тихо, тихо. Мы вспоминаем стелс. Мы просто патроны не хотим тратить. Эх, горячий мужчина. Ты кто? Куда ты вообще там взялся? Ну кайф, блин. Просто 10 из 10. Второе говно какое-то вылезло. А, да? Из-за того, что эти горят, блин, по полчаса. Так, ты меня не видишь. Блин, а там еще такой, типа, долгий проход. Такс, несё. А не свалить вы ли вам куда подальше? Блин, а серьезно, откуда тут взялся-то вообще? Да ёп! Сдохни, серьезно, сдохни! Пускай этому отрегенится. Что-то типа сложно увернуться. Если не хочешь ворачиваться. Mm-hmm.
меня топор есть? Вася. Да интересно тут нашел. Блин, да, серьезно, 32 ключа. Половину. Половину не нашли. Так, но есть подозрение, что в прошлый раз меня вот этот мужик все-таки спалил. Так, а этот где там ходит? Я что-то уже заблудился, тут где-то еще один ходил. С огнеметчиком. Мы с Тамарой ходим парой. Чего я на тап пытаюсь все это сделать? Так, и чё у них там? Ну да, ты как обычно, кто... Да ты! Ты серьезно? Я дважды промахнулся. Наконец. Он даже не понял. Так. Давай крип-болт на тебя попробуем. И сюда. Какой ты молодец! Я понял. Ты отсюда можешь пальнуть? Не следовать можно. А что-то было дороговато, не? 7000. Баллон с горючим для огнемета. Вот чего мне не хватало. Почти смотри. Все собрал. Че? Серьезно? Ладно, Себастьян, это было очень забавно. Наверное, предполагал, что я потом соберу все это. Так, и того у меня есть полный огнемет против огненных чуваков. Угу. Да, пистолет и патрон. Можно бутылками бы, я думаю, врагов закидать потом. Так, ты чё вообще, где чё было? Капец. Fire engine. Это не ломается.
даже учитывая, думаю, десятку, наверное. Новые пипеги. Ну и чё у вас там так ходит? А вы постоянно так будете, да? Да не, что-то вроде перемещаются. Я типа заметил? Да, иди сюда. Блин, ты меня палишь, что ли? Только не гори. Ну да, это негде скрыться, блин. Появилась иконка быстрого убийства, я моментально на нее нажал. И сейчас сюда пойдет, да? Какие же вы душные. Наконец-то. Орг, дай. Ладно, тоже сойдет. Может, чуть прокачаем. Это 19 тысяч. Ну, у меня, думал, 25. Было бы 45. Но там мне гораздо больше надо было, так что. Блин, вот это место неудобное, блин. Опять, блин. Кстати, я, по-моему, горел меньше. Может, у них там разные тайминги. Что такое? Ты меня увидел, что ли? Я ты меня не увидел. Как зонт. Дайте патронов. Ну что, с врагов патроны выпадали, блин. Ну надо сделать крафта. Как так? О, что это? Не может быть. У меня целая бойма. Ну, или барабан. Барабан. Пистолетный патрон. Я теперь могу стрелять. Пам-пам. Так, ну вот погнали дальше. Поле. Честно говоря. А, точно. Почему все хотят управлять Юнион? Его даже не существует в реальности. Юнион лучше, чем реальность. Юнион — это Мерлюс. Их разум привязан к нему. Управлять Юнионом — значит управлять ими. А управлять ими — значит управлять миром. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя, управлять психами вроде них, то ты еще больше псих, чем я думал. Прекращай себя психи. Вот все.
Нажимать. Просто там написано Е повернуть. И что повернуть? Букву Е повернуть или что? Так, ну где-то зеркало еще должно быть, раз красный мозик дали. Да? Блин, пока что непонятно. Такое ощущение, как будто в финал близимся, но Теодор может быть не финал. Мне Андрош проспойлирует, что вроде бы должен быть финал. С мира непонятно что. Все-таки, типа, там вот эта белая дрянь сидела. Да и вроде бы прокачала я много чего. Что это у нас тут? Интересно. О, а подожди, это вот с другой стороны что ли? Хотя вроде вверх поднимать. Да ты проспойлерил, говоришь, что автомат выдадут и там что-то возле финала там. Когда я буду контролировать ядро, я изменю этот мир по своему усмотрению. Реальность прогнется под меня. Мёбиус уже создал основные опорные точки для всех элементов общества. Им хватило глупости подключиться к системе, заложив бомбу замедленного действия собственный разум. Они думали, что станут волками в овечьем стаде. Но здесь я, пастух. И я убиваю волков, когда они не подозревают об опасности. Когда Юнион станет моим, дни Мёбиуса будут сочтены. Опять же, тут все неписи поздыхали, вон документы почти все найдены. Ладно, патрон накрафтить. Кабинет Себастьяна. Себастьян. Детектив Кастелланос. Всегда рада повидаться. Привет, Татьяна. Как дела? Прокачай мне что-нибудь. А, здоровье, кстати, максимум, да? Да, восстановление. Такс. Во, кстати. Позволяет автоматически использовать шприц при получении критического урона. Не действует при получении критического урона в результате определенных атак. Ну, видимо, добивания там какой-нибудь. Может, здоровье при медицинских средств. Ну, и вот это пускай там тоже восстанавливается. Как раз ровно хватает. Медицин. Так, создание предметов. А, гопны. Надо будет попользоваться. Так, мне точно понадобится пистолетный патрон. Штук 6. Про запас. Дробовые 3 заряжаем. Еще 3 на изготовку. Давай остальные. Ну да, 3 снайперские. Ну все получается. Улучшение. В крайнем случае еще автомат есть. А, подожди, там у меня дробовые были. Дайте кофейный аппарат. О, кстати, смотрел то, что у стримера, типа, первого Иллюзин, он в какой-то момент такой перед раковиной, там, типа, какая-то, ну, не совсем операционная, но там, где прокачиваться, там раковина стоит. Вот, и говорит, блин, добавили такую казуальную хрень. А если что, этот стрим 6 лет назад был, по-моему, когда еще не вышел Иллюзин второй. Но, по-моему, анонсировали только. Я говорю, блин, добавили такую бы казуальную вещь, ты, короче, к ней подходишь, там, пьешь и воду из-под крана, там, восстановишь ХП, типа, в хабе, чтобы так работало. Я такой сижу, думаю, ну, во второй части они что-то такое добавили. Я что-то поржал-то. А, блин. Черт. Погодите, у нас же ключики. Что я не ожидал от найти ключ. Потом ключиком мы воспользуемся. Бля, а там в первой части вообще все мозиком прокачивалось. Что в принципе это логично. Вы, детектив. Привет. Я про тебя соскучился. Так, короче, Андреш, какую открываем? Давай.
Выдай мне самую крутую, короче, тут. Самый крутой шкафчик. Хорошо, давай. Поехал, поехал, поехал. Мэн. Самый крутой 2. Типа вот этот, что ли? Давай. Да, в принципе, норм. Так ты же сказал самый крутой 2. Я вот и открыл 2. Получается, ты неправильно мне посоветовал, а я сам решил правильно. Ну ты написал 2. То есть, ну как я должен был это понять? Пиши внятней. Можно было, кстати, типа, это шприц. Ладно, посмотрим. Можно будет теперь рисковать. Хотя там всякие добивания, наверное, типа действительно. Ты никак их не переживешь. Так, а мы откуда пришли? И снизу пришли. Наверное, снизу пришли. Ну, тоже неплохо получилось. Да, взрывные болты, в принципе, норм. Бля, да вы серьезно? А если? Что за? Опять он хрен, что ли? Вот так ты как меня спалил-то вообще? Говнюк такой, ну давай, только ты и я разберемся по-мужски, давай, ты и я, один на один, давай. А, ты что делаешь? Я ж нажимал на зад. Ёпты, Себастьян, блин, конченый. Привет, Андрей. Да, можно как-нибудь камеру чуточку отдали? Я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Это кто? Да ты... Ты как меня догнал вообще? Ждите, я ж бежал! Что там? Да подожди, сейчас что-то очень странное произошло. Проблема этих мужиков в том, что, во-первых, их здание вообще никак не протаковать. У них хп, у них просто море хп. Ну, блин, тут просто, ну, честно было, вообще охренеть, блин. Мало того, что Себастьян в какой-то момент... Вот смотри, я нажимаю назад и бежать. Вот, он развернулся и бежать должен. В тот момент он такой, как будто бы я вот так вот нажал. Ну, блин, я не знаю, он даже этого не делает. Он там, не знаю, зачем тут на врага побежал. Видимо, скучно ему стало. А. Он же в него прицеливался, куда там попал ему? Что? Себастьян, сядь! Конченый.
Мозг не задет. Да, мужик ходит. Что это? Что вы меня окружаете-то? Сволочи, это еще горит, блин, начал. Ну, бей его, блин. Ну, хватит гореть. Ну, ну, серьезно, он полчаса горит. Вот, он в этот раз полчаса горит. Ну, вот, обычно он там секунд 10 горит. Этот идет, горит, 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 продолжает гореть. Ну, охренеть, блин. А, да? Понятно. Укрытие, значит, не работает. Успокойся там. Ну, я хотел проверить, может, типа, спереди хотя бы ему вломить можно. Нет, это чеканутое, короче, говно. Который не успокаивает, пока не убьет. Да блин, вот серьезно, вот знаете. Я другого поймать хочу, чтобы его убить, блин. А конченый за мной бегает. А! Да нет! Ну, сука! Вот это что из-за вот этой полыхающего говна? Пускай в руку идет. Вот серьезно, этому мужику я 5 болтов в бошку выпустил. Два, 2 дроби, 3 снайперских выстрела. А, 3 взрывных, и он жив был. Вот в чем проблема этих мужиков. Они просто губка. Губка для урона. Это просто охренительный враг, блин. Он даже не интересный, блин. Я, да, там Спанч Боб под противогазом, уже по-другому не могу это объяснить. Этого-то другого выруби, короче. Огнемет получается на них не действует, то есть одно из орудий вообще на них неэффективно. Просто 10 из 10 враг. Не знаю, где этот гос там ходит. А где он реально какой? Ладно. Ну, того огненного надо поймать, он мешаться опять будет. Блин. Петя! Петя, успокойся! Как ты это сделал вообще?
Блять, я же еще в эту сторону повернул. Ну да, блин. Ну ладно, тут я согласен, что ты мог меня подковать. Как ты там сквозь, блин. Это сделал. Ну я опять. Ну этот, естественно, быстрее ходит, блин, пока этот, блин, протупляется. Нет. Прекрати гореть! Сука! Ну, как обычно. Единственный момент, когда я мог его подловить и убить. Что происходит? Он, сука, горит. Так, и, блин, у меня сегодня день бомбления. Убегай, Себастьян, я нажимаю ебать. Сука. Идиот. Можно вопрос, что не так с Себастьяном сегодня? Я нажимаю shift и вперед, он должен бежать. Что Себастьян делает? Что не так с управлением? Почему, когда за ним говно с огнеметом идет, он делает не то, что я его прошу? Хотел спрятаться, да. Залез бы он тогда в жопу к этому мужику, блин. Shift? Да, щит я нажимаю. Блин, реально надо было на щит нажимать. Так, ладно, я хотя бы у самого убил. Опять, блин. Полыхает, как обычно. Ну да, тут типа развернулся, да. Огнемёчка её спалил, блин. А ты откуда тут вообще? Вот бы мужик протягивать был боссом Дэсинга, конечно. Их корявых боссов в Дэсе нам не надо. Да ёп! Да сука! Они еще так ходят, я не знаю, как будто бы специально они окружают тебя. Это не знаю, так додумано или нет. Да! Как вы думаете? Появилась иконочка быстрого убийства. Что сделал Себастьян? Конечно же, он его не произвел. Хватит гореть. Наконец-то! Беги! Беги! Сука! Что происходит? Что за дырка? Что с этой камерой? А, да, он новый вылез. Они опять меня окружили. Утка подгорает. О, блин, вот это вообще в тему. Только посмей там обернуться. Да ты, блядь, издеваешься. Да ты как? Это что-то донаводится. Ну то есть, серьезно, я пытался мимо пробежать, он донавелся. То есть в узких помещениях, я не знаю, там как мимо них уходить. Эй, да ты отвали от меня-то, а! Мне интересно, у меня хоть одна хилка потратилась? Не потратил. Критического урона не было, значит. И опять, блин, с огнеметом.
его! Нормально его так! Что, нравится, да? Сам виноват. Да блин, я не знаю, как к нему прицелиться. Я что-то вообще типа с этого арбалета сам себя подставил. Блин, опять это все говно уничтожать. Почему мне казалось, что когда ты начинаешь бежать, наведение с арбалета снимается, и ты можешь бежать? А чё колонна охлаждения? Ну, она заморозит его на какое-то время, типа... К сожалению, оно, по-моему, урон не наносит. Ну, короче, я потом собирался использовать. И там не колонна с охлаждением. Блин, какая подстава! А почему мне казалось, что можно бегать? Ну, не навелся ты, типа, не хочешь стрелять. Тут все, что ли? А обычных не убьет. А никого не убьет. Она ж тебя замораживает. Блин, это самое конченное место в игре, я серьезно. Из-за этого печи чем ли? Ты меня спалил, что ли? Ну и печечь, блин, будет за мной бегать, потому что он, типа, жопой чует, где я. Не знаю, по-моему, меня печечь потерял, но я не уверен. Да, типа, давно обычную зомбу не видел, что ж странно, блин. Да ты че, Тимостян, ты идешь? Он, короче, после убийства, я не знаю, что с управлением, он берет и прилипает вообще ко всему. Да я попал. А, я попал у него. У них есть слабое место вообще? Вот боже башка. Ну надо поаккуратней. Не знаю, я в бошку попал, не в бошку. Не, бля. Че, нравится? Хм.
Давай-ка на дробовик его стараться ловить. Че ты стоишь-то? Ты такой, не пойду. По-моему, уже потерялся. Ой-ба. Петя, завязывай. Да? Да? Фух, я! Баллон с горючим для меня. А вот и она. Последняя. Как ты нахрен последний деталь? Я не знаю. У меня какой-то нервный тик начинается с финала этой игры. На скеле разорвали. Да блин, там проблема только в одном была, блин. Патроны надо экономить, потому что у меня боеприпасов почти не было. Да, это что такое? Это подсумок, что ли? Фига себе. Что такое? Что за звук? Не! Так, я... На этого у меня патронов нет. Ой, ё-моё. Так, блин, у вас нормальные тут места есть, за которыми можно скрыться, блин. Чё я смотришь, блин? А, ну да, конечно, ты же загоришься. Как еще по-другому-то могло быть? А, да. Ну, они зрячие, блин, капец. И он в тот момент, когда погас, меня увидел. Блин, у меня нервный кашель начинается. Так, Андрей, я тебе... Да ёба! Уже говорил, хватит на... В стримах требовать с людей что-то. А то каждый стрим. Потом что-то убийство появлялось. Я, Андрей, еще не знаю, что ты попросишь, но... Так, Андрей, я тебе и говорю про слово «отстань», что, типа, это... Я не использую слово «успокойся», ты не используешь слово «отстань». Вот. Так что, не надо. Я не агрюсь, Андрей. Типа, если... Ну, вот на всякий случай. Я буду очень зол, если ты опять будешь какие-нибудь бокалы, пиво требовать или что-то. Вы можете это вполне, типа, вне стрима делать. Диалог один и тот же каждый раз. Бля, куда второй ушел? Да, если что, извиняюсь, если это убило как агр. Андрей, на всякий случай, я это говорю, на всякий случай, извиняюсь, что это показался агр. Я не хотел. Так, блин, а что там внутри там еще было? Топором, блин, заехал. Да ты серьезно? Да как это работает? Тима! У меня уже анимация началась делать. Он встал, обернулся. Он, короче, кунг-фу, да, знает? Это было кунг-фу. В
Он такой взял, короче, типа, в захват взял, типа, развернул его и там еще что-то. Я не знаю, прием джиу-джитсу. Да, кстати, я согласен, я переволновался. Но это было связано с тем, то, что тут какое-то говно происходит. Но вот это выглядит, как будто бы это как-то отодвинуть можно. Так, а это чё? Ага. А зачем? Может там кого-то запереть можно было? Можно? Даш, ты серьезно? Ну, типа я не знаю, для чего этот рычаг. А может там что-то полезное? А ну сейчас патроны, короче. Там магнум лежит. Я вижу магнум. Да, там, короче, можно сюда одного из этих чуваков завести. И закрыть его там. Ну, то есть, ты подрываешь баллон и берешь... Привет. А, да? Это вот так вот хорошо работает. А что-то мне кажется, я одного огненного не убивал, не? А даже скажи, а типа ты кроме Курска больше никуда более типа не ездишь? Что такое ощущение, блин, появилось? А если бы у меня патронов не было, как бы я прокинулся? Подожди, а вот этот мужик, который там что-то типа с огнеметов типа палил, чуть с ним вообще? Куда он там свалил? Интересно. Что сказать? Это на какой? На мой вопрос или что? Андрей написал, успеешь к Битеру, но я думаю, что Андреш хотел успеть к Биберу. Это его лучший исполнитель. Да. Ты, Андреш, так не ответил, как у тебя там вообще дела? Так, подожди, тут какой-то сейф. Ой, блин. Да, два огнеметчика, короче. И делай с ними, что хочешь. Просто, ну что хочешь, то и делай. Какое-то говно сейчас начнет. О, блин! А, подожди. А, да, с тех мужиков я ничего не поднимал, да? Да, ползи, ползи сюда. Да как ты?
Я не понимаю, почему все попадают, но окей. Огне опасно, блин. Почему это все больше и больше какое-то конченное прохождение напоминает? Пьяный Кастелланос, который берет, блин, показывает мастерство пьяного кулака. Сам себя поджигает. Профессионал. Я даже думаю, что улучшать нет смысла снайперскую винтовку, что я не наберу еще столько пороха, чтобы из нее стрелять, а патроны на нее не выдают. Выдают патроны. Серьезно, выдают патроны только на пистолет и на дробовик. Больше ни на что патроны. Я, по-моему, не видел, что выдавали. Возможно, они таким образом, типа, предположили, что кто-то что-то не достанет. Хотя вот автомат тебе выдают, к примеру. Я в последний раз предлагаю тебе перейти на сторону победителей. Иначе ты навсегда останешься в своем изуродованном сознании. Я не буду с тобой торговаться. О. Друг. Друг. Бля, что там позади? Не, подожди, он выше. Выше, да? Друг. Подожди. Блин, опять оно не работает. Где выше? Там, наверное, там что-то где-то выше может. А, ну мы туда, наверное, на лифте доедем. Короче, если ты рацию взял, потом убрал, то ты снова ее не можешь достать. Ну или не рация, что это такое. Навестись, причем нельзя. Такой, идешь. И она такая, оп, развернулась. Да, Андрей, ты... Андрей, если бы ты куда-то съездил, я бы об этом узнал. Потому что ты бы мне об этом сказал. Вот, а если Андрейш куда-то съездит, то не факт, что он мне об этом скажет. Поэтому разница вот в этом. Да что ж такое, ты даже отхилиться не хочешь? Примени! Я не понимаю. Он отказывается лечиться, сволочь. Себастьян, Будда Кастелланос. Блин, извиняюсь. О, ужас. Господин Кастелланос. Не волнуйтесь, детектив. Это совсем не больно. Так, бег. Давайте бег. Да нет, еще, по-моему, с бегом проблем-то нету. Скрытности нет. Что там бой? Позволяет отбраться от себя оглушенных врагов. Да, вообще нафиг. Это тоже как не особо. Ну, твердая рука. Ржание при стрельбе. Допустим. Что нам надо? Ага. Понятно. Так Андрей мне говорит. Дай посмотрим, может. Создание предметов. Что мы можем создать? А, ну ты же что-то реально можем создать. Давайте что, типа, улучшим, не знаю, там гарпуны какие-нибудь. У меня есть два гарпунных болта. Не, подожди. Чё нам 240? А, давай. Там 7 сотен понадобится. А взрывной болт, чё дальше?
320 тысяч. Вскоре шрапнель взрывается, наносит дополнительный урон ближайшему врагу. Это вообще дополнительный урон. Я тут чё? А, блин, тридцатки не хотел. Не, у меня есть до сих пор запасная, типа, ну, не запасная, типа, ну, типа, обойма в автомате. Возможно, когда мне напрягли. Так, пока что не будем крафтить, я не сказал, что этого всего много. Блин, надо было хилки забрать, я же специально похилил. Подожди, а где надо было этот применить-то рацию? Ну, кому-то в жопу вогнали. Гарпун. А, у меня один гарпун был, да? Андрей, на шутки я не агрюсь. Не выдумывай. Возможно, я был немного жесток. Вот, ну, немного. Просто сам... Ой, ёпчу. Самую малость. Так, а чё там надо? В бассейн спуститься? Тебя... Андрей, ты думаешь, я на тебя негативлю, что ли? Специально? То есть, типа, чтобы тебя обидеть? Андрей. У меня тоже много чего задевает, что говорит. Позволил тебе создать собственный. А я игнорирую. Докажи, что ты достоин. Приведи ко мне ядро. Ну, конечно. Ты же художник, Стефан. Я уважаю это. Но сначала мне нужна девочка. Понятно. Гиль, блин, дали. Я, кстати, 4 воспоминания не нашел. Серьезно? Если там под конец их накидают, но как-то остальные где должны были быть. Ну, я смотрю, шприц дали под конец. Смотри, так быстро друзей меня. Да вообще, как перчатки. Профурсетка. Блин, мы там ехали, короче. Блин, наверное, это свечка. Ну вот, мы там ехали на этом лифте, блин, так долго, а на деле оказалось, что, наверное, не особо. Раз, типа, этот, рация поймал. Там лифт делал вид, что мы едем быстро. Ну давай. Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, папа. Ну, наверное. Ты не спас меня. Похож на главгада. Блин, по сравнению с первой частью вообще, ну, не знаю, какие-то религиозные разборки. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Ну, в теории это главгад. Как-то, я не знаю, может там еще какой-то появится. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль.
Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. И что надо? Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Угу. Вот, даже сейчас показывают, как в маяке было круче. Да, ты все помнишь. Ой, это из начала игры, да? Этот мужик псих, да? Блин, а чё, ничего ж такого уж не было до этого. Да. Блин, это реально как-то... Да, это, короче, по-моему, конец первой главы, что ли? Что? Угу. Он там должен был вниз спуститься и уехать. Ну, с меня хватит. Не, ну видели, я говорю, он Рэмбо, короче, уже стал. Ну, главное, нож, да, я его все порью. Не в этот раз. А, он захотел, типа, заставить его убежать. Это же прикольно. Я, в принципе, мой пошел. Не, он... Думаешь, меня это остановит? Ладно, момент прикольный. Так, я, кажется, понял, откуда взяли тему для этого резидента ремейка 4. Ножом парировать бензопилу. Это сейф у головы? Ага. Было дело. Чё, с ним бита наши? Где он? Где там? Так, что-то есть... Вы дали мне патрон для снайперской винтовки, да охренеть, что? С какого перепуга там вообще? Где он? А. Я что-то даже не знаю, он получает туда урон? Не говорит, что вы мне собрались, типа, тут всех боссов, там, в первой части, короче, по очереди подходит. Но он из этих штук появляться должен. А как найти огонь работает, да? Не, подожди. По-моему, отскочил. Но я взрывным, помню, его убивал. Я что-то как-то вообще хз, как на него это работает. Уйдем!
что бегать начал. Ау. Вообще нормально. А, это у вас такое получается, босс-пай, да? Ой, блин. Классные места, в которых можете сражаться. Он в тело. Ну, он останавливает. Да, в тело надо бы. Много боеприпасов потратил зря. Почему никогда в первой части на обо всей фигач? Вот она вылезла. А я огнемет потратил. Я что-то думал, блин, может не тратить, если она появится. Она появилась, да. Я тебя уже сжигал. И сожгу еще раз. Это намек такой, типа. Что я? Ну, как-то просто неожиданно. Блин, огненных болтов нет. Спичек нет. И сожгу еще раз. Так, ты что запускаешь? Да. Чё сработало-то? Ау, блин, да как ты сквозь стенку-то бьёшь? Так, она из трупов точно, типа, там появляется. Что вот эта хрень делает? Так, надо, короче, два рычага, я так понимаю. Так, есть криво-болты, короче. Я понял. Болтов я что буду делать? Хрен его знает. О, поднимается. Давай. Так, хорошо, а что сжигаться-то будет? Это вот это вот. Хорошо, а где рычаг? Да ты серьезно? Так, ну... А, я знаю, знаю, знаю. Ну давай, бро!
Ага. Хорошо, хорошо, хорошо. Бля, я вот не знаю, это заденет или нет. О, задел! Найс! Что-то пошло их подпахнуть. Блин, интересно, с огнемета ее было бы легко зафигачить или нет. Что такое, парень, да? План был. План был. План всегда был, и я его поддерживал. Кто ты такой? Все шло по плану. Что ты еще можешь? Так, ну походу вот это главгад. Наша жена. Из третьего доктора сбежал. Она должна быть в безопасности. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Защитила. Теодор мертв. Пойдем домой. Нет! Сила ядра моя. Что-то не так с его женой. Там олень. Не, я бы сказал Фрид. Лили в безопасности. Маление бы тут все порвало. Где она? Давай уйдем отсюда вместе. Видишь, он не убил Маление. У Маления вторая стадия. А что за белая дрянь? Это воск или что это? Лекам. Как она с этой штукой связана? Ну, что-то есть подозрение, что еще не финал. А выглядело как финал. Или тут опять, короче, открытый финал, чтобы была третья часть. Мира. Ну вот, организация, чтобы залезть ядро и выкрасть девочку. Жизнь. Не, подожди. Мамашка и была, по-моему, в организации. Это организация потом дочь сперла. Или нет? Так, ну, если в игре не будет больше огнеметчиков, я только рад. Потому что в жопу их. Что ж ты хочешь сделать, Мира? Конец этого мира. Мира, конец этого мира. Ищите Миру. Чем-то, кстати, DLC-шку этого Dark Souls 3 напоминает. Там последняя. Ringed City, которая. Там все такое, типа, разваливалось уже. Но у меня топор есть. Блин, понимаете, что... Кстати, они не сделали того босса, которым на парковке сражаешься. И, кстати, пёселя, по-моему, из первого Узина. Да. Чёрт. Мира. Куда ты делась? Не знаю, было прикольно, конечно, с этими боссами посражаться. И то, как бы они... Чтобы вы понимали, босс сейфоголовый, сука, выдерживает урона, наверное, в 3 или в 4 раза меньше, чем эти грёбаные огнеметчики. Вот, вот вы заметили? А они как боссы были. То есть их было проще убить, чем этих огнеметчиков. Может, конечно, им не в голову надо было стрелять огнеметчиком. Может, еще что-то надо было делать. Там баллон как-то им раскирачить.
еще там хилка. Так, но типа враги еще будут, учитывая, что порт нам дают. Так, а что у нас там? Какая-то пистолет, патроны есть. Один дробовый. Для снайпы нету, для огнемета нет. Огнемет шляпой оказался, типа, единственное его преимущество было... А это что? Что, где? Макс, Макс, а тебе не кажется, что ты как-то излишне эмоционален? Ну... А я что, вообще не должен быть эмоциональным? Опять это белая дрянь, наверное. Мира. Не, что-то не так. Уже все. Давай мы с тобой заберем Лили и уйдем отсюда поскорей. Мы снова будем семьей. Прошу тебя. Я знаю, ты меня слышишь. Хватит! Черт! Да послушайте! Мира, что с тобой? Ты должна бороться! Не, согласен, если что-то не так. Я не могу. Я должна защитить Лили. Ты уже защитила. Стефана ее не тронет. И Теодор тоже. Они мертвы. Андрей, да. Ты вызываешься мне погибнуть. Разами? Иди. Эмоции негативные успеют. Себастьян, скорее. Уходи. Нет, я не оставлю тут ни одной из вас. Нужно смотреть спокойно. Мира! Черт! Что она делает? Андрей, негатив на босса не вызван тобой. Негатив моего ответа вызван тобой, твоей фразой. Второй момент, который я хочу отметить, что когда мы убивали в ремнате финального босса, у нас были такие же эмоции. Ну, бывает, типа, какое-то геймдизайнерское говно, и ты на это бесишься. И чё? Теперь это плохо, теперь я должен с покерфейсом сидеть, что ли? А, то есть, типа, если бы я снайперку не нашел... Ясно. Подожди, тут же хилка, да? А, нет, не хилка. Было как хилка. Так что, Андрей, ничего негатива. Все. Все. А то я снова начну кишки жги. Блин, а снайперские патроны начали выдавать, вы понимаете? Так, а сколько у меня этого музыка? 5000. Не, вроде бы там мне на что не хватит. Так, ну 15 глава. Вот. Сейчас посмотрим. Че за... Блин, если финального босса еще не было... Че, блин? Вы че, блин? Я просто за тебя переживаю. Андрей, я тебе еще раз говорю, можно один раз спросить и все. Если я ответил, что все нормально, дальше не докапываться. Потому что ты сам бесишься, когда у тебя по несколько раз одно и то же спрашивают. Все, хватит. Хватит. О май гад, они дали пороху. Так, подожди, а мы в Чигде? Одна локация или какая-то старая переделана? Я пока что не узнаю эту часть Юниона. Кто враги, пока что непонятно. Мира!
И тут... да. Залитые говном мужики какие-то. Грин расспросил, скажи, что. Я должен от них избавиться. Гречка с стручковой фасолью и курицей. Побейте врагов и догоняйте дыру. Да ты серьезно? Ты постоянно ты издеваешься, да? Вот! Вот так! Он. Слушайте, убейте меня, пожалуйста. Подожди. Загрузить. Я хочу заново. Это какой-то бред был. Так. Появилась иконочка быстрого убийства. Я на нее нажал, Себастьян и сделал еще. Как обычно. Себастьян, ты опять прилип, да? Во, ну наконец! Блин, нас еще по-моему зажали. Отлипни! Отлипни! А, ну да, естественно. Естественно, обычно, чтобы забраться, нужно нажать Е. Но и Себастьян иногда решает, что, типа... Да чем? Ау, ты что сделал? Ты гаси его там! Класс. Прям сквозь стик пролетело. Да то... Понимаешь. Так, сейчас. Там три чувака стоят. Я стреляю в их сторону. Пуля пролетает между ними. Это какие-то нео. Я просто с обычными уже давно не сражался, так что им в голову стреляли. Врагами. Ты меня увидел там что-нибудь? Ой. Так, подожди, а ты четверо ж бегал. Там еще где-то один, короче, сидит. Тихо. KFC. Такого же нет KFC. Ты опять эти? Псевдо KFC кушаешь. Я так и не понял, в прошлый раз откуда четвертый вылез. Где-то внутри. А, он внутри ходит. Копим, припасы. Еще пригодятся. А то еще случайно, типа, 27 огнеметчиков вылезет. Ты чё, вкусно? Я надеюсь, ты взял острые крылышки, чтобы сегодня было остро спереди, а сзади... А завтра сзади. Так, ну, патрон дают. Неспроста. О май гад, я смог зарядить дробовик.
ну все, бля. Фана вам. Но на самом деле, по поводу жены Себастьяна, вот, мало того, что непонятно, что за сила у нее, то есть вообще на чем основан. И второе, типа, а что с ней случилось-то? То есть она, ну, потому что, типа, всеми такими вещами обычно могут управлять либо дети, у которых чистый разум, типа, либо психи. То есть она с ума сошла? Нафига ты в Ростиксе брал бургер? Серьезно? Вы бы что ли... Не, вот это халтура. Могли бы сюда, я не знаю, там какие-нибудь типа эти поставить. Скажите, я скажу. Мусорные баки. Угу. Мира, стой! Себастьян, это все от того, что кто-то слишком много ел. Блин, вот ты, ну ты издеваешься? А я дубатить начинаю? Я дробовик взял. Ёба. Да они вообще не отстают, блин. А, блин. А, мне топор же. Фиг. Жень, какие-то вообще борзые мужики, блин. Толчи его. Давай там, где у тебя там мега-регент. Ну, то есть, когда их несколько, ты просто не ну, сложно от них поворачиваться. Да, и хп у них что-то побольше, чем у Огнина. Ага. Кровь улетает. Блин, может это пепел какой-то? Может она там память теряет? Ну, это все равно не отвечает, что за белая жидкость. Угу, ну там еще ходят. Ну там еще ходят пацаны. Пацаны! Блин, такой звуковой эффект, блин. Тебе показалось? Макс, не поверишь, я хотел бургер, и поэтому ел бургер. Ну, типа, бургер можно там, где бургеры делают. Типа, взять в специализированном месте. Это не специализированное для них место. Там лучше курочку брать. Потому что это специализированное для курочки место. Так, ну можно было пацанов поджечь. Я не знаю, может, конечно, по статусу не предполагается, что я бы их убивал. Но, типа, в оригинальной игре патронов выдавали меньше. Ну, в оригинальной игре, блин. В игре до этого, блин, в оригинальной. А тут что-то накидывают. Хотя они выдерживают больше патронов. Может быть, с этим связано.
Знаете, могу. Да, два потрачено было шприца. Да. Что-то мне кажется, вот это автоматическое применение мне легонечко боком уходит. Так, у нас на работе ходит на обед, есть азиатское кафе. Он называется вьетнамская кухня, там всякие вкусные вторые блюда готовят. Ага, и вы там берете бургеры, да? Или хот-доги, там что-нибудь такое, да? Вторник, кау, жареный рис с овощами, уткой на гриле, свежими овощами и блин. А, не, ну это да. Вот это дело, да. Тут что-то большое где-то должно быть. Что такое? Вон она. Слушай, да подставляют тебя. Что это? Оно стоп схватило. О, господи. Согласен. Охренеть, блин. Ладно, типа с этим врагом уже какие-то проблемы. Я же не знаю, что делать. Так, ну, скорее всего, типа в эту дрянь. Добро пожаловать. Что, я понравился? Видимо, гриле интапцы есть. Тоже вкусно готовят. Служу тебя на обед. Азиатская кухня, она вообще типа вкусная обычно. Дети! Ну, к этому моменту мы могли бы накопить те 75 тысяч. Если бы я знал, что тут дальше будет. И опять же, заметьте, за этого мужика я, по-моему, потратил меньше боеприпасов, чем за убийство одного ёбаного огнеметчика. Хотя я тут воспользуюсь одной бочкой и одной тачкой. Для взрыва. О. Быстро. Еще бочки были. Делают супы еще, литровые плошки, лапши, кусок говядины и... А, ну фобо, по-моему, называют. Ну, прикольная тема. Ну там еще рисовая лапшичка, короче, да? Да, есть такая тема. Мне вот нравится. Примеру. О, боже. Боже мой. А, ломай. А, блин, не ломается? А как же так? О, можно было... Нет, нельзя сюда. Блин, вот опять же. Вот представьте, вы такие сражаетесь с этой хренью, такой думаете, о, блин, за здание сейчас такой забегу, такой типа, а, и застреваешь. И тут все, и оно тебя окружило. Геймдизайн на века. О, взрывной болт. Мы как раз один потратили.
Так. О, подожди. Это не начало игры. Ну там да, первый регион. Мира! Куда ты идешь? Я не дам тебе навредить, Лили. Навредить? Да я никогда. Я люблю ее. Твоя любовь ее не защитит. Это могу только я. Я велела тебе уйти. Ну что, да давайте поговорим. Блин, бедный Себастьян. Чего у него в жизни происходит? Залазит второй раз в стенд, какая-то дичь. Перед этим еще считал, что дочь погибла. Андрей, пока что мы не определили, чем таким белым она этот. Может, она ПВА клей на себя вылила случайно. Вот. Мы не знаем, от чего тут это белое. Я говорю, Ringed City, Dark Souls 3. Вот тоже нельзя там под конец все было в песку. Ну и пепел, наверное. Типа все распалось. Я аж подумал, сейчас побегаю, там что-то осмотрю. Да. И тут этот... блин, как там в финале босс? Это... Гайль? Выходит. Наш дом? Где? Это впереди? Может быть. Наверняка я, типа, она там. Постарался, вот она. Теперь разбить. Нельзя останавливаться. Нифига. Себастьян гигант. 16 глава, блин. На 15 все не закончилось. Так там же было сказано, это конец мира. Тут с названия глав случайно нельзя что-нибудь собрать. Из одной дырки в другую. Не, она прикольно, сам. Да. Они нас заметят. Когда? Они потеряли бдительность. Юнион функционирует гладко, и они уже не так пристально за ним следят. Сейчас или никогда. Мы освободим Лили до того, как они нас заметят. Когда она выберется, мы станем почти невидимы. Ты уверен, Тедор? При твоем высоком положении, если тебя поймают... Я уже принял решение, Кидман. Я больше не могу спокойно смотреть, как они используют бедную девочку в своих целях. Ублюдок. Он все продумал еще до того, как попал сюда. Ну, да. Или ты как думал такое, типа... Я, короче, всех хочу спасти, а потом такой, да ну его нахрен. Такие, блин, продумывают все, то они только родились и уже, короче, продумали. Обещаю, Мира. Что ж, пора прощаться.
Мира планировала стать ядром? Зачем? Затем. А, ну, наверное... Ну, есть предположение, почему она ядром захотелось. Типа, если она станет ядром, то, получается, они не заметят, что Лили увели. Ну, в этом, в Мебиусе. То есть, выиграет время, наверное, не знаю. Кабинет. Собраны вещи. Босс-файт будет, да? Я уже думал, нет. Черт. Может, не надо. И сейчас, короче, Татьяна будет нашим врагом. Там 150 подкинули. Ну ничего себе. Давай взрывной болт прокачаем. А, не сможет. Ну, типа... Что там, 200 надо было? Не знаю, блин, что... Так, крив, болт, электронный, дымовой. Дальность. Вообще нахрен нужна дальность, хотя. Все, прокачаем дальность. Все, блин, печаль. А куда мне надо будет пойти? Интересно, тут каких-то проходов других я не вижу, только типа в кресло сесть. Но возможность прокачаться у меня должна быть. Пора бы нам прекратить наши встречи, детектив. Да. Жена как бы нас увидела и типа все говорит, дочь не отдам. А что эта штука бы давала? А, замедлить время сосредоточиться. Ну, могло пригодиться, на самом деле. Блин. Капец, сколько не хватило. Может, еще что-то надо было прокачать? Не знаю. Так, погодите, а что куда? Ладно. Идем, все-таки дальше можно как-то пройти. Ну, бля. Типа вот в здание заходишь, идешь дальше. Слезы.
я защищаю свою дочь. Дура, сила которой она управляет, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь, на что я способна, чтобы ее спасти. Чтоб тебя, Мира, ты от меня не сбежишь. Я тебя найду. Ты справилась, Мира. Ты ее спасла. Но теперь ты для нее опасна. Слушайте, а че если ей голову прострелили? Поэтому это типа мозги, кровь там, все дела. Только белая, потому что она синтетик. Угу. Потому что ела сметану. Майонез. Мира? Это ты? Себастьян. Зачем ты воюешь со мной, Мира? Ты не понимаешь. Это наш новый дом. Лили будет здесь счастлива, свободна от всех страхов, от всякой боли. Нет, Мира. Так не бывает. Боль — это часть жизни. Как и любовь. Оставшись здесь, она не получит жизни без страха. Потому что это вообще не жизнь. Ты не понимаешь. То, что они с ней сделали, я могу ее защитить. Нет. Пожалуйста, дай мне ее вытащить. Идем вместе. Мы будем семьей. Что-то есть подозрение, что ее реально тело замерло. Я никому не позволю ее у меня забрать. Нет. Прошу тебя, Мира. Еще есть время. Мы можем уйти. Такая, я моление, клинок говна. Я не оставлю дочь здесь. Поехали. Прошу. Любой, кто попытается, умрет! Не вынуждай меня делать это! Угу. А, да? По-моему, из Cyberpunk она сбежала. Ладно, спать с маленьей, походу, не буду. Это... Так, началась атака титана, хорошо. А куда стрелять? Большая женщина. Что сделаешь? Я не позволю. Черт побери, Мира, хватит! Подумай, что ты делаешь! А, уже он. Куда может? А, блин. О, пошло. Я не хочу этого делать, Мира. А, блин.
То есть серьезно, я до этого не мог туда стрелять? То есть не надо было. Что делать? Ни хрена не вижу. Жена, покажи пузико. А, блин. Да ёп. Ганс, везде огнемет, огнемет, огнемет! Ай! Топтать надо! И топтать надо было! Ах, ёп! Остановись! Да, репаться забрать, блин! Теперь как-то спину ей надо дубасить. Бракую на животе, ну типа... Что ты там делаешь? Чего это? Что мне не нравится эта хрень? Ха-ха-ха! Это еще рука, которая будет опадать, что ли? Что происходит? От меня не спешишь. Так, Себастьян, я не знаю, что за... Были ролевые игры в постели с женой, но типа ненормальные. Юбо. Что делать-то? А, я его пою успею. А туда хрен попадешь, бля. Так, хорошо, кустарное производство, пистолетные патроны, типа,
Больше ничего не надо. Знаешь, штук 10 хотя бы пока что. Ох уж эти маракуи, блин. Что делать? Должна защищать. Я, ну тут я скажу, что босс по своей банце забавный. То есть до этого были ни о чем, если честно. А тут прикольно. Ибо, короче, с ней согласен. Женщина, вам бы к врачу, не обязательно к гинекологу, просто к врачу сходите, покажите. Если вам другой врач сказал, что, типа, это в порядке, то, типа, лучше спросите у него лицензию. И что за белая дрянь, наверное, так и мне расскажут, да? Наверное, может воск или... Может воск? Это... А дочь-то где? И знаешь что, Андрюш, я скажу? Она выдерживает столько же патронов, сколько этот ёбаный огнемётчик. То есть, типа, серьезно, главный босс игры — это огнемётчик. Сразу два огнемётчика — это просто лютый трэш. Не, я бы даже сказал, наверное, огнемётчик выдерживает больше патронов. Ебашку прострелил, я хоть бы к ним. Прости меня, говори. Титан, титан баба. Нет. Я себя не контролировала. Ты все правильно сделал. Спасибо. Как хорошо, что ты жив. Ты должен собрать Лили. Не, ну за последний раз точно не прощу. Вытащи ее отсюда. Я всех нас вытащу. А ну давай. Слишком далеко. Брось меня. Просто забери Лили. Брось меня. Нет, больше я тебя не брошу. Ты должен... Иди. Я догоню. Угу. Мы встретимся. Сейчас ты нужен Лили. Пожалуйста, быстрее. Нужен килограмм на 300. Да там один огнемет, наверное, эти 300 килограмм весит.
жена такая говорит, ну, если ты вот, вот оружие все свое скинешь, то, типа, то тогда ты сможешь меня увезти. Себастьян такой смотрит. Блин, похоже никак. Блин, еще 17-е. Выход. Так, я такой задумался, а каким образом Себастьян поймет, где выход? Ну, наверное, Кидман подскажет. Ну, то есть, мы что-то с ней, конечно, уже давно не связывались, что очень странно. Или она там, типа, уже своими страшными делами занимается. Ну, короче, все поздыхали. Вот, внутри. Выжил один Себастьян и его дочь. Почти дошел. Ну, раньше все сдохли. Тут еще такая, типа, западная тема. Путь через пожертвования там проходит. Все погибают. Только дождись. У японцев меня, не всегда такое бывает. Мы восстановили контакт, сэр. Где он? Точное положение пока не ясно. Стоп! Ядро обнаружено. Маркер идет к ней. Отлично. Проинструктируйте маркер, как восстановить ядро. Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно поврежден. Даже если ядро вернется на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть Стэм. Начнем сначала. Нам нужно ядро. Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит ее к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа на месте и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить Марка. Он свое дело сделал. Да, сэр. Черт. Кит, свяжись с ним и проинструктируй. Ну, момент настал, Кит. Кит! Ты меня слышала? Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Вы не можете его убить. Еще как можем, и убьем. Здесь, в реальном мире, он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай, Кит. А зачем его извлекать? Он подписал себе смертный приговор, как только вошел в Стэм. Так что выполняй приказ, не подписывай приговор себе. Нет. Решила предать нас? Очень жаль. Я на тебя рассчитывал. Ну, охранники от бога, блин. Ядри секрет организации. Ствол в столе, да. Да. Ну, я не знаю, типа... Каждый мог, когда куда-то переезжал... Блин, серьезно, ты за Кидман играешь? То есть, боевичок начался. Зачем? Вы могли... Они могли показать красивую катсцену, в которой она всех расстреливает. Этого было достаточно. Зачем все Royal Horse? Сейчас что, будут перестрелки с укрытиями, что ли? Я не понимаю. Тут у вас все, можно было сказать, как раз такое. Так вот, по поводу Себастьяна. Типа, а ему для извлечения нахрена нужен? То есть, то, что он ядро приведет, то есть, дочь свою? Че его сразу там не убить? Не знаю, это просто подошли, блин, к этой ванне, блин, пулю в бошку пустили. Counter-Strike. Так, колдячка началась. Ни за что! Ёпта ж. А, у тебя патроны еще бесконечные. Понимаешь? Короче, объясняю. У Себастьяна в STEM, то есть в мире придуманном, грубо говоря,
ну, там, типа, общая мозговая активность, все дела, патроны кончаются. У Кидман в реальном мире патроны, сука, бесконечные. Блин, я вообще не могу прицелиться. Да чуть-чуть. Я просто никогда больше одного патрона за раз, видимо, не выстреливал. Ее просто нереально вводит. Да ёба. Чё у тебя есть? У тебя там в соседнем столе нет дробовика, там, я не знаю, там автомата. А, куда вы там стреляете? Да ты чё там живой? Бля, ещё хоть что там делают? Ты мега спецаген, блин. Чёрт. Наведись! Все сотрудники охраны в зал управления. Баскетбол, да. А более так гонит. А, во, а до этого ты не могла так стрелять, да? Что за... А. Лили! Ее комната наверху. Ладно, пошли. Что там? Она не спрятала. Ракетник. Ну вот это зря, я согласен. Не, ну... Не-не, мы тебя не одобряем, Андреш. Она особо одаренная, и все. Могла бы там в пенале там гранату спрятать. Лили. Девочка моя. Папа. Это я, Лили. Я пришел. Это правда ты? Это правда я? Я заберу тебя домой. А мы разве не дома? Нет, детка. Но скоро будем. Я так устала. Засыпай. Когда проснешься, все будет хорошо. Батя, наверное, живет в какой-то комнатушке, которую снимает в клоповнике. Он бухает постоянно. Мира. Да брось. Она у меня. Пошли. Уходим отсюда. Прости, Себастьян. Я не могу. Нет, ты можешь. Если надо, я понесу вас обеих, но я не оставлю... Нет. Надо остановить Мёбиус. Да к черту Мёбиус. Мы и без того им слишком много отдали. Мы можем уйти все вместе. Убежим туда, где они не найдут нас. Нам негде спрятаться. Они повсюду. Лили всегда будет в опасности, пока я их не уничтожу. Ладно, я подожду. Когда с Мёбиусом будет так покончено... Так не получится, Себастьян. Это можно сделать только изнутри. Стэм — это не только это место. Все члены Мёбиуса связаны с ней через чипы в голове. Приняв функции ядра, я смогу передать сигнал, даже если Юнион распадется. Этот сигнал покончит с Мёбиусом раз и навсегда. Но мы же наконец-то вместе. Выбора нет. Это часть плана, так задумано. Прости меня. Мира. Просто обещай мне заботиться о ней. Пусть она знает, как сильно мама ее любила. Мира. Мне столько нужно сказать тебе.
Да Трояна запустит. Не надо ничего говорить. Я ведь все это видела. Знаю, как ты страдал. Что с тобой сделали? Что я сделала? Ты не заслужил этого. Ты дважды прошел через ад. А теперь тебе пора. Проживи жизнь, которую у тебя отобрали. Я люблю тебя, Мира. И я тебя люблю. Вас обоих. На час перерыва на пострелушке. Да, вот почему пострелушки были. Потому я это и делаю. Это не МГС-4? Уходите скорее! Короче, в Metal Gear 4 финальная сцена тут часа 3 вроде длится. А что ты понимал? И там ты ничего не делаешь. Это просто финальная сцена. Идет, идет и не качай. Да ты серьезно, опять что ли? И при том, это такой тир, в который ты не можешь перемещаться. Черт. Мы ее прижали! Ой, я кого-то убью. Видели, как круто они, короче, туда встают? Такие выглядывают, чтобы я по ним пострелял. Не! Надо попасть в зал Стэн. Спуститься вниз по лестнице. Переуправляю. Возьми автомат. Держись, Себастьян. Блин. И тут, короче, этот момент. Я просто этот прикол помню из первой. Там в первой части DLC, я его не проходил, но я что-то как-то смотрел. Ты за Кидман там играешь. И вот... Обычно, ну да, вот в играх от третьего лица, то есть тебе показывают где-то чуть-чуть выше пояса и вверх, да, как персонаж выглядит. Ну, в Dead Space, по-моему, у тебя даже ноги видно. Ну, короче, смысл в том, обычно вот так вот показывают. Но там специально акцент смещен на пятую точку Kidman, чтобы каждый раз, когда она нагибалась, ты все вот это вот видел. Вот тут сразу видно, типа, западные игроделы даже вот акценты не сделали. Даже вот случайно, короче, вот нельзя. Хотя... Я случайно это делаю, если что. Понял, Твич? Я случайно это делаю. Плохо, что ли? Так нет, как раз, типа, забавно. Вот, типа, к тому моменту, что... Ту игру явно японцы делали. Эту явно делают на Западе. Ну, то есть, типа, какие-то мелкие детали и все равно различаются. Уже почти. Да. Я чуть не знаю, почему я тогда не захотел это проходить. Но, по-моему, что связать первую и вторую часть надо, типа. Но, думаю, не буду проходить. Мне DLC обычно, типа, что-то не особо заходит Survival Horror. Они, потому что как неполноценные игры выглядят. Подожди, у Кидман фиолетовые зрачки? Серьезно? Фигана модная. С собой перчатки еще ходят. Что ты делаешь, Кит? Ты же этим просто обрекаешь себя на смерть. Сама ведь знаешь. А то есть то, что она до этого сделала, типа не обрекла себя на смерть, да? Ты подавала такие надежды. Могла собрать в своих руках такую силу. И вместо этого решила от всего отказаться. Почему? После всего, что видела, что сделала, что вдруг за кризис совести? Из-за этого человека? Из-за ребенка? Там особая пуля была. Из-за меня. Подумай, что ты делаешь, Кит. Стэм нужна всем, представь! Сознание для всего человечества.
больше никаких войн, никакого неравенства. Там вода. Никакой боли. Блин. Что-то ужас. Мокрота это удивляет. Я все не понимаю, как они собрались сбегать? Осталась одна Кидман, и чё? Чё он планирует сделать? Пути назад нет. Надеюсь, ты права, Мира. А, или они там всех с чипом, короче, типа, сейчас крякнут, да? А, ну да, получилось. Себастьян! Или нет? Кидман, она у меня. Куда идти? В свой кабинет. Ладно, но Мира со мной не пошла. Ты знаешь почему. Дедёся, так, давай. Дудосить будем. Обшли. Свой кабинет, а типа вниз, да? Не волнуйся, Лили. Мы почти на месте. Вот так вот. А, ну да. Боже мой. Совсем скоро. Почему выход в его кабинете? Еще не поздно остановиться, Гильд. Беги. Помнишься? Обещаю убить тебя быстро. А иначе наказание за твое предательство войдет в историю. Он такой песчинка в глаз попал. О, попал. Да, я войду в историю. Как человек, остановивший вас. Мир без выбора — это не утопия. Улей функционирует только, когда во главе есть матка. Присоединись или умри. А знаешь что? Есть третий вариант. И это пошел ты! Ты такая дура! Она такая независимая! Ты вызываешь восхищение. Очень обидно вот так потерять тебя. Что? Ты что, правда думал, что я твоя марионетка? Да я вынула чип 3 дня назад. Неважно! Сегодня ты умрешь. Так или иначе. Давай же, Себастьян. Времени почти не осталось. Ну, типа, тестировщики хреновые у них были. Ну, опять же, она могла сымитировать то, что он до сих пор в ней находится. Но то, что, да, не досмотрели. Че? Зеркало надо? Всемогущая организация. Да. Он настолько всемогущий, что... Что он просто всемогущий. Смогла, Мира. Я знала.
Не знаю, типа, резиденты с их более простым сюжетом мне как-то больше заходят. Там, типа, злая корпорация, да, ну, и хрень с ним. Ее потом засудят за кадром. Нет, ты подожди. Интересно, вообще после вот этой вот концовки предполагал, что будет третий Evil Within? Так как игры вообще про другое, и тут как будто бы, ну, вот, все заканчивают. Кроме, наверное, истории Руика, который куда-то сбежал, и все. Не волнуйся, Себастьян. Все хорошо. Лили. Где Лили? Помоги мне ее вытащить. Встань вон там. Видно, насколько Себастьян крут у него, как быстро штаны высохли. Быстрее! Че она в такой тишине там находится, с каким-то бейджиком? Не могли какой-нибудь там, типа, этот костюм там придумать, латексный, ну, или там плавательный, вот. Плавательный костюм, короче, ты его надеваешь полностью, чтобы он там, че, тело там, я не знаю, стимулировал. Это правда. Еще что-нибудь. Да, Лили. Это правда я. Мне приснился такой страшный сон. Чш, я знаю, Лили. Но ты проснулась. Кошмар кончился. Больше тебе нечего бояться. Это ведь правда? Мы действительно выбрались. Мне не показалось? Все правда закончилось. Благодаря Мире. Пошли. А где мама? Пора отсюда убираться. Теперь Кидман наша новая мама. Все. Заткнись. Пошли. Сколько времени она провела в этой капсуле? Че у нее волосы типа нормальные? Че борода не выросла? Я не знаю, у меня какое-то странное ощущение от этой игры. Молчаливые кивки, да. Я не знаю. Блин. Короче, ну, все равно я считаю, что огнемычки это шлак. Ну, вот, типа, вот просто шлак-шлак. Игра технически выглядит лучше, чем первая часть. Но, не знаю, вот этот прокачанный стелс, я думаю, там мимо прошел. То есть, как-то... Ну, там вообще стелс он не работает. Там, даже если вот взять первый Элвизин, они там понимали, что враги, они примерно в одном ареале своем ходят и не выходят за него. И поэтому ты по факту, ну, как будто бы от арены к арене ходил. Назовем это так. Вот. А тут как бы большие открытые локации, на которых там враги ходят. Они даже как бы по-разному ходят, кстати, что-то прикольно. Вот. Но, блин, вот... Это, в какой-то момент ты понимаешь, что у них дальность действия, типа, они как дроны, короче, метров 10, наверное, и они за них не выходят. И ты такой берешь их и типа по стелсу начинаешь вырезать, когда его прокачаешь. То есть там будет быстрое убийство и из-за поворота. Ну и у тебя все превращается уже в какой-то Assassin's Creed. Не ради этого я играю в survival horror, но это был мой единственный способ экономить патроны.
Потому что они улетали, блин. Как вы думаете, в кого? В гребных огнеметчиков, которых было в игре. Типа один босс. Получается, три огнеметчика были на той локации, где баллон собирать. Одного я просто так купил. Потом еще двоих я убивал. Короче, где-то 6 было, если не 7. Вот. И просто впитывают патрон. Врагов не сказал, что большое разнообразие. Мне понравился этот девах, который состоит из многих. Там, она такая ржет на тебя, идет с бензопилой. Веселый враг. Все остальное, ну, просто мимо. То огненные мужики, которые еще... им, короче, стелс-убийство нельзя сделать, когда они горят. Огнеметчики, в общем, единственный момент, ради которого стоит повышение. Конечно. Оборот ужасный. Ну... для, думаю, воплощения, ну, для воплощения, скорее всего, типа, открытые локации нужно было какие-то другие механики использовать. И враги, которые ходят вокруг какой-то своей зоны. То есть они должны были бы преследовать Кастелланос, пока бы он не скрылся где-нибудь. То есть тогда бы это и всякие укрытия имели бы смысл. И так далее. Чё они от него отстают? Да, здорово, Зак. Под конец, что ли, пришел? Ух ты, блин. Ну, блин, не знаю. Я любитель хорроров, но эту игру я перепроходить вообще не буду. Вот первый можно его из них перепройти. Резидент прикольный. Особенно ремейки второго, четвертого. Кстати, в ремейк третьего не играл, но что-то меня, типа, не тянет. Говорят, короткое и... не совсем то. Какая следующая игра? Сегодня? Сегодня никакая. Не, ну мы Dark Souls сейчас проходим, а так... Слушай, я не знаю, я, по-моему, что-то планировал, но уже не помню. Надо посмотреть. Потому что у меня такое ощущение, как будто все в планах, я уже прошел. Если ничего не найду, то потенциально попробую установить с этим. Давайте так... Две потенциально висящих игры, которые бы я хотел сыграть, это начать трилогию от Rocksteady по Бэтмену. Это вот русский язык надо установить. Я когда на своем ноуте установил там русский язык, у меня почему-то сломалась игра настолько, что даже переустановка игры и запуск на английском языке ее не исправила. Я не помню, что это. Понятно. Посмотри Long Dark, я? Так я играл в нее один стрим. Мне не понравилось. Я в какой-то момент начал просто играть над игрой из-за того, что там персики. На улице холод. У тебя консервированные персики, и они, черт возьми, портятся за 2 дня там. Ой, за какие 2 дня? За 2 часа. Там серьезно, по-моему, типа день не проходит, персики уже испортились. И ты такой, типа, да? Ну, короче... Не зашла. Ну да, на Ютубе, я думаю, есть запись по Лундарку. Ну, было. Пошли еще раз записывать. Ну, Андрей, да, сейчас можно. Я могу тебе ОБС объяснить? Еще раз будешь сам записывать. Сюжетка была добавлена. А, по-моему, я когда играл, была сюжетка. Я уж не помню. Андрей, я же играл в Лундарк. Что тогда было? Я не у тебя его брал? Вот. Что там еще? Ну вот, либо финалку 7 можно будет попробовать. Типа ремейк. Все-таки я в оригинал играл, мне она очень нравилась. Вот, тут в этом году собирается выйти 7 финалка Rebirth. Ну, ты типа, 2-я часть 7 финалки. Когда я играл, нет, не у меня сюжетка была, но не целиком. А, ну я там тем более не пришел. Покупать буду. Кого, финалку, да, буду покупать. Не знаю, Андрей, у тебя нет финалки. Да, финалку покупать буду. Надо ее этот... Желаем добавить. Или ты имеешь в виду 2-ю часть? Там по финансам уже смотреть надо будет. От волков-медведев. А я не помню, там с волками еще было. Есть 15-я. А, у Андрея есть 15. Ну, блин, не, 15-я, она мемная на самом деле. Типа, своими некоторыми моментами. Там, короче,
Королевство уничтожено, типа все ищут главного героя, и он такой на своем автомобиле королевском, как, Кадиллаке, не, не Кадиллаке, блин, как называется без верха автомобиль? Ну, короче, на своей вот этой тачке они такие, типа, четыре пацана разъезжают, короче. А, кабриолет, да, спасибо. Хвалят друг друга прически, кушают вкусную еду и такие вообще не напрягаются. Там что-то... Там все повествование вот такое. А, большая. Ну, а, кстати... Кстати, скорее всего, ну, там же на основе 15-й финалки делали ремейк семерки. И вот сейчас открытый мир, получается, будет в этом. Во второй части, седьмой части. Блин, как странно звучит. Вот, может быть, посмотреть, что они там намутили. Но там точно будет этот багги, на котором будут разъезжать. Будет интересно. Вот, так что либо Бэтмен, либо финалка. Если ничего другого не помню. Андрей, я тебе что-нибудь обещал, что пройду? Потому что я вот реально вот все игры вроде бы, которые планировал пройти, я их умудрился пройти. Мне говорил, что мы допройдем Поттера. Ты мне назови день, в котором мы можем сыграть, и я тебе скажу, свободен я буду или нет. Могу подумать. Андрей, не могу подумать, если хочешь, а может ты что-то меня просил, и я согласился. Ну, не, если у тебя что-то интересное есть на примете, ты можешь мне сказать, в принципе, я не против. Но если оно мне понравится. Я, ну, то есть я посмотрю на игру, подумаю и, типа, там, пойду или нет. Можно что-то более человое, там, допустим, в Dredge. Я, типа, демку, по-моему, смотрел. Мне понравилось. Можно будет это, поплавать там, пособирать лутец. Ты мне вангеров обещал пройти. Андрей, я запускал этих вангеров. В жопу я видел этих вангеров. Блин, вот в жопу. Уж лучше, типа, сразу с двумя этими огнеметчиками сразиться, чем играть в вангеров, блин. Управление просто невозможно, ну, серьезно. Я не смог пересилить управление, и поэтому, типа... Подумай насчет танков. Танки я проходил, всех победил, Андреш. За это меня там забанили. Тут титры до утра идут? Ну... Да. А что, не хочешь? Зенимакс, Раша, Сибион Чириков, Дмитрий Поляков. Ого. О, видишь, допрошли. Титры допрошли. А, тут ничего нету? Ну. А, не, есть. И тут Рувик такой сзади подходит. А. Кукла матери, типа. А чё, вы Кидман бросили? Типа Мебиус? Ну вот это вот, типа, блин такой. Сейчас, кажется, они в стейме до сих пор. Поэтому спокойно ночи. Да блин, да смотри титры, блин, до конца. Че вы? Ну, титры, ну вот это. Сейчас в кому спокойно. Ага. Не, походу, типа, намек на третью часть был. Даже, судя по концовке, такое ощущение, все, история Себастьяна закончилась, и что там дальше делать? Ну, может, кто-то другой главный герой предполагался. Угу.
Там уничтожить Джона Коннора там. Типа там перезапустилось, типа. Девятнадцать часов. Блин, вот. Вот если бы, типа, Кидман нормально бы стрелял, мы бы закончили бы в 19 часов 19 минут 19 секунд. Финальное сохранение. Короче. В жопу новую игру плюс. Скажу я вам. 60 тысяч зеленого геля. Ладно, уже похрен с этим. Так, вы разблокируете профессиональный костюм. Бродяга. О, с первой части. Ну, классический он, сам прикольный, мне очень такой нравится. А, подожди, Магнум. Получим Магнум, на случай, если вы всегда мечтали о карманной пушке. Кастет, фига себе. Фига там кастет. Не важно, сколько у вас оружия с собой. Теперь вы сами оружие. Разблокирую уникальные награды, кинематографические приемы. А, короче, вот эти две полоски сверху и снизу, это в первой части, типа, они вот изначально были добавлены, и все просто плевались и говорили, дайте убрать. И там через какое-то время, по-моему, это убрали. Ладно, все, давайте. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, все вам понравилось. Это было очень специфично. Давайте. До скорых встреч. Еще увидимся. Пока-пока.